Майдане уже началась концертная программа с участием артистов республики и города. Ну и несмотря на то, что погода, конечно, выдалась не очень, нижнекамцев это все равно не смутило. Людей, конечно, пока еще мало, но тем не менее они подтягиваются, идут сюда с семьями, с детьми для того, чтобы насладиться праздником. Зонты и дождевики так и мелькали в толпе. Сразу видно, зрители подготовились, чтобы выстоять несколько часов и послушать своих кумиров. Прекрасный праздник, все ходим, смотрим, погода нас не пугает. И ничего нам не страшно, ни дождик, ни снег. Нас ни дождь, ни слякоть, ничего вообще не останавливает, мы на Би-2 пришли. Но прежде чем на сцене появятся российские звезды, гостей развлекали местные артисты. Двойным праздником народ поздравил глава города Айдар Метшин. Добрый вечер, Нижнекамск. Как вы себя чувствуете? Скажите, мы классные. Главное, что вот в этот день, очень важный для не только Нижнекамска, не только для Нижнекамска-Нефтехима, но и для всей Республики Татарстан и Российской Федерации, вот этот день, он объединяет. Открывала большой концерт певица Глюкоза, которая исполнила известные хиты. На смену Глюкозе на сцену вышла Елена Темникова. Бывшая участница второй «Фабрики звезд» и экс-участница группы «Серебро» сделала акцент своего выступления на танцах и динамичных ритмах. Кроме того, Елена активно работала со зрителем, просила подпевать ей и не раз сама спускалась к публике. Многие их долго ждали и дождались. На сцену вышли известные рокеры Би-2. Их встретили бурными аплодисментами. Кстати, поклонники группы были не только из Нижнекамска. Сюда приехали люди из других городов республики и других регионов. Би-2 исполнили и много песен из нового альбома, который пока еще не вышел, а некоторые старые были в нестандартном звучании. После чего жесткие гитарные рифы сменились на звучание классических духовых инструментов. Люди пели вместе с рокерами, танцевали, энергетика зашкаливала, ни моросящий дождь, ни ветер не испортили настроение. Выступление Би-2 длилось больше часа. В завершении праздника в небе прогремел салют. Светлана Шумкова, Максим Липин, новости НТР.